Так, ну что, давайте поставим на запись. Еще раз всем добрый вечер. Те, кто подключился, те только, кто будет подключаться. Мы сегодня будем слушать Ицхака Пентасевича. Сейчас он все максимально настраивает для вас. И у вас будет час максимально крутой прокачки, за которую люди платят деньги. И вот у нас на Zoom сейчас в моменте 130 человек. И те, кто пришли вовремя, то есть я думаю, что в процессе на Zoom будет больше, чем 200 человек. Но те, кто пришли вовремя, вы более большие красавчики. Почему? Потому что есть люди, которые опаздывают на минуту, есть люди, которые опаздывают на секунду и упускают самую главную возможность. Знаете, иногда даже в крипте для того, чтобы заработать на какой-то монете, надо купить ее ровно на 1 минуту раньше. Поэтому, если вот вы сегодня пришли вовремя, то надо приходить точно так же вовремя всегда. И тогда у вас 100% будет и в жизни больше возможностей, которые вы на 200% используете. Вот. И также хочу дать дополнительное наставление. Сегодня Ицхак даст куча крутых полезностей, которые, в принципе, мы на различных зумах вам рассказываем. Но самое главное, что вам необходимо принять, и то, что необходимо вам потом применить, это начать действовать, потому что знания без действий они равны нулю. Есть куча людей, которые читают десятки тысяч книг, есть куча людей, которые смотрят различные видео, есть люди, которыми можно называть человек-тренинг, который проходит тысячи тренингов, но если ты не начнешь действовать уже сегодня, уже сразу после этого зума или же даже завтра, если у тебя ночь, да, вот мне пишут люди, которые сейчас находятся в Таиланде, что в Таиланде не хватает этой темы. Вот люди пришли с Таиланда послушать, а если я не ошибаюсь, там +5, да, время Бангкок, 23:00, то есть 11 часов вечера, ночи. Сейчас в Таиланде есть люди, которые подсоединились послушать и получить полезную информацию. То есть, соответственно, подумайте, насколько в Сибири, вот тоже Ирина пишет, сейчас 23:00. То есть есть люди, у которых абсолютно другой часовой пояс, они все равно приходят послушать наш Zoom, приходят послушать Ицхака Пентасевича, потому что они понимают, что эти знания необходимы. Но еще раз повторюсь, необходимо не только слушать, необходимо действовать. Если в жизни вы будете и получать новые знания, и действовать, вы 100% быстрее достигнете результата через какой-то определенный свой опыт, который вы будете проходить, но точно быстрее придете к результату. И поэтому я перед началом Зума, перед началом Ицхака каждому желаю внимательно прослушать. Это самое главное. И следующий момент – это начать действовать. Сейчас Ицхак мне пишет, будем его включать. Да, Ицхак, включай звук. Все, я включил звук. Да. Надеюсь, что меня видно. Включай видео. Видео включай. Сейчас, секундочку, видео. Вот Все, видео включай. я включил. Вот звук я включил. Да. Звук не включается, написано. Организатор забыл. Не, мы Запретил. тебя слышим, мы тебя слышим. А, А, смотри так, пока. ты с двух устройств зашел, Я да? с двух устройств. Мне надо с двух устройств. Можно так? Тяжело, но можно. Давай, включай звук на iPad. Да, включи звук. Отлично. Только все, на iPad я тебе выключу. Так, значит, я сейчас где-то здесь Нет, выключаю. так, Как да, вот меня так. слышно, как Так, видно? отлично. Слышим, видим хорошо. Слышно, видим хорошо. Я хочу сейчас одну штуку проверить, чтобы рисовать на экране. Совместное использование. Мне вот нужен был iPad специально, чтобы я рисовал на экране, чтобы было не на доске, а знаешь, как вот А у нас Apple Pen так эта функция по-модному красиво отключена, все потому рисовать. что Ицхак, функция отключена, потому что тогда и другие люди смогут рисовать, и тогда тебе залетные люди смогут мешать вести Zoom. А все равно у нас всегда такие приходят на Zoom.
которые тратят свое время. Понял. Значит, я буду рисовать тогда на доске. Тогда мне надо понять, как показывается камера с iPad, да? Все, все, мы тебя видим отлично. Сейчас, секундочку. И мне нужно, чтобы была видна не только я, но была видна моя доска. Доску мы видим. Отлично. Ребята, поставьте от 1 до 10, как видно доску. Я вижу хорошо. Вот так мы сейчас. Если я вот сюда поставлю, будет видно доску и слышно? Не знаю, ты завис. Так не видно, не слышно. Очень плохой интернет, ты завис. Сейчас. Все, я тогда выхожу из iPad, перехожу на обычный формат. Буду... Все, ребятки. Да, сейчас Ицхак зайдет с компа, я так понимаю. Да, с компа. Все, захожу с компа по старинке. Давай, давай. Включай, звук ты включил, давай видео. Так, видео. Сейчас, секундочку. Все, поехали. Нет, ты... О, да, теперь мы тебя видим. Все, видно, слышно. Да, да. Все, поехали. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем привет. Всем привет. Надеюсь, что меня хорошо видно, хорошо слышно. Значит, наш план сегодня. Наш план сегодня будет у нас три части в сегодняшнем занятии. Первая часть. Я хочу вам еще раз рассказать, как пользоваться и какой смысл в Академии лидерства, и как ей пользоваться, как извлекать из нее пользу. Я гарантирую, что все, кто пройдут наши марафоны, удвоят и утроят свою эффективность. Вы сможете достигать больше. Все очень просто. Значит, есть лендинг, на котором вы и ваши команды регистрируетесь и заходите в... Есть два варианта. Есть приложение и есть марафон в Телеграме. И вы каждый день получаете уроки, каждый день делаете уроки, и вы развиваетесь. Это развитие – это такой постоянный процесс. Если ты его не делаешь, то он останавливается. Это как ледяная горка. Ты или ты лезешь на гору, или ты остановился, и ты скатываешься вниз. Нету середины. Нет такого, что ты можешь где-то остановиться и сказать, я вчера развивался, и месяц назад я развивался, и год назад я развивался. Это как если человек, который моется, да, он говорит, я мылся очень часто, год назад. Ему говорят, это не помогает, надо мыться каждый день. Он говорит, секундочку, но у меня убеждение, я люблю чистоту, я адепт, я прям фанат чистоты. Ему говорят, нет, ты должен каждый день мыться. Нет, нет разницы, что ты любишь развиваться или любишь чистоту. Развитие – это каждодневная работа, тренировка каждый день. Поэтому обязательно, обязательно, обязательно Академия лидерства, присоединяйтесь. Там есть понятные, простые уроки. Три базовых курса надо пройти обязательно. Без них вы не сможете выйти на следующий уровень. Три базовых курса в Академии лидерства. Первый курс – мечты и цели. Внутри прошивка «Победите лени». Вы разгоняетесь, ставите цели, разгоняетесь. Каждый день работа, работа, работа. Следующий марафон «Действуй, удвойся». Вы проходите 20 инструментов личной эффективности. Самые мощные, самые сильные. Вы еще удвоились. Третий курс, который есть только в Каджабе, только в приложении, профессиональный оратор. Вы каждый день проходите по чуть-чуть, 15-20 минут упражнения, и вы влияете, влияете, влияете на, строите команду. Все, и у вас все великолепно в жизни. Значит, наш сегодняшний марафон, сегодняшний вебинар, который я буду проводить, он называется «5 шагов к приобретению новых клиентов». Клиентов, партнеров. То есть, как строить команду, как продавать. Все эти 5 шагов универсальные. И это будет новый марафон. Мы из этих 5 шагов сделаем новый марафон, чтобы вы... Но опять же, я вам скажу, если вы только зациклены на клиентах или на продажах, но сами не развиваетесь, то у вас есть очень сильный потолок. Но как только вы начинаете сами лично развиваться... Вот смотрите, простой пример. Берем там Андрея, Елену, Ольгу... Ну, Дениса, он все делает то, что я рассказываю, он сам все делает, поэтому у него такие выдающиеся результаты. Но большинство не делают. И что получается? Если мы возьмем любого человека и просто его качнем энергией, в 2 раза больше энергии, оп, у него сразу пошел напор, все. Но если его этот напор не сфокусирован, он туда его поперло, сюда его поперло, бах, и слилось.
Поэтому, значит, подняли энергию, сфокусировались на целях и дальше инструменты по достижению цели. Обязательно, обязательно, смотрите, если Академия лидерства не будет расти, то тогда мне тоже нет, мне интересно ей заниматься. У вас есть группы, ваши есть структуры, есть люди, которых вы подключаете. Все те марафоны, которые есть в Академии лидерства, если их отдельно покупать, они стоят около $1000 весь пакет. Поэтому, а вы его получаете просто за подключение к медиакоину. Ну, это же отлично. Хорошо, двигаемся дальше. Значит, сегодня у нас новая тема. Мы начинаем новую тему, новейшая тема, которая называется «5 шагов». Конкретно 5 шагов к... Давайте посмотрим, я смогу, может быть, вам показывать. Я бы очень хотел вам писать. Я готовился к тому, чтобы писать на доске. А ну-ка, давайте, если мы убираем... Да, да, так вот так отлично, Ицхак. Ты убрал фон, мы тебя прекрасно видим. Да, и доску видите. Да, если да. Если за собой писать, то будет отлично, да? Шикарно, все нормально. А если я буду писать вот так? Вы знаете, как я посмотрел, вот если я сейчас на этой доске... Вот буду... ребята пишут десяточки, да? Да, все десяточки. Нормально. Все, доска. Все, сегодня у нас просто будет такой живой конкретное обучение. Я хочу вам рассказать эти 5 шагов, а потом взять троих по очереди, троих, и на вашем личном примере сделать разбор, как вы можете эти 5 шагов применить для расширить, для увеличения своих продаж. Так, готовы? Видно? Видно. Да. Итак, значит, сегодня у нас будет тема 5 шагов. 5 шагов к увеличению продаж. Значит, первый шаг называется дашборд. Дашборд, первый шаг называется цифры и цели. Цифры и цели. Как спидометр в машине. Нужно обязательно знать, куда ты едешь. То есть, если ты не знаешь, куда ты едешь, какая скорость, сколько у тебя бензина, ты не приедешь. Цифры. Я помню, это первое я услышал, Питер Друтер есть такой, да, Питер Друтер, один из самых известных бизнес-гуру, он говорил такую фразу, что только то, что можно измерить в бизнесе, можно увеличить. То есть, если нет измеряемых параметров, то все остальное не работает. Это сказал Питер Друтер. Второй, у кого я увидел эту фразу, это был Евгений Черняк, были по всему Киеву развешаны его плакаты когда-то лет 10 назад. Он писал, прямо это его был лозунг по жизни. То, что можно измерить, можно улучшить. Значит, для того, чтобы у вас было больше клиентов, X10, например, мы хотим X10 больше клиентов, да, 5 шагов к увеличению X10 клиентов. Первое, вам нужно знать, сколько сейчас есть у вас, сколько сейчас есть клиентов. Сколько, кто знает? Напишите, пожалуйста, вот сколько сейчас у вас есть клиентов. Клиентами считаются те, кто вас купили, и те, кто вошли в вашу структуру, те, кто инвестировали. Давайте поищем, сколько у вас есть сейчас клиентов. Напишите, каждый напишите, сколько есть сейчас клиентов. И, так, секундочку. Сколько сейчас есть клиентов? Напишите. Так, ребят, вот Ицхак, тут пишут люди. 72, 103, 18, 175, 85, отлично. 50, 100, 0. То есть абсолютно разное количество людей. Хорошо. Значит, первое, нужно знать, когда ты знаешь цифру, то есть нужно знать, сколько есть сейчас. Сколько сейчас есть. Это обязательно в дашборде должно быть. И твоя цель. Допустим, у тебя сейчас есть 100 клиентов, и ты хочешь, чтобы у тебя их было не 100, а хочешь, чтобы их было 1000, к примеру. Все, это первые две цифры на дашборде. Точка А, где ты сейчас, точка Б, где ты хочешь быть. Дальше есть, в каждом бизнесе есть разные показатели. Значит, сейчас мы дойдем до второго шага. Значит, я пока сейчас дам общий взгляд, все 5 шагов, а потом мы по каждому шагу поговорим отдельно. Я потом по каждому шагу хочу сделать отдельный вебинар часовый, чтобы мы этот шаг разобрали конкретно вот именно прошли обучение. Итак, значит, первый шаг – это цифры и цели. Сколько есть клиентов, потом нужно будет разобрать на составляющие. Средний чек, откуда они взялись,
Например, я уверен, что закон Парето действует, что если у вас 100 клиентов, то 20 клиентов, меньше 20 клиентов, принесли вам 80% денег. Может быть, даже 2% принесли вам 80% денег. Может быть, из этих 100 клиентов. То есть там есть много других цифр, которые вот мы должны изучить. И вот эту цифру мы тоже должны разложить на составляющие. Сколько мы хотим клиентов, сколько они должны принести деньги. То есть это тот дашборд, тот, знаете, как приборная панель, как в машине. Приборная панель, за которой мы должны наблюдать каждый день. Значит, это первый шаг. Теперь, хорошо. Сейчас мы пока не будем это делать. Мы сейчас разберем все 5 шагов и потом постепенно двинемся по ним. У меня, например, когда я начинаю любой проект, у меня есть по этому проекту, есть четко, вот первое, что я заказываю, есть Data Studio, такое как изображение этих дашбордов. И мне выводят прям основные показатели по проекту, чтобы они автоматически подтягивались. Что-то оттуда, что-то оттуда, что-то отсюда. И у меня есть полный такой дашборд, красивые очень дашборды по каждому проекту. И когда ты наблюдаешь за цифрами, второй шаг, чтобы было больше клиентов, называется маркетинг. Маркетинг. Значит, в личном плане, допустим, вот возьмем для примера. Вы начали, стали партнером компании MediaCoin. И вы начали с того, что у вас, допустим, здесь ноль, а вы хотите, чтобы у вас было 10 клиентов. Но это задача сложновастенькая, да? А вот если у вас уже здесь есть 10 клиентов, тогда взять, чтобы было их 100, это задача намного проще. То есть эта задача намного проще, когда уже есть что умножать и масштабировать, это намного проще задача. Поэтому мы будем говорить про вот эту задачу. Как с нуля первых привести клиента, вам скажут ваши лидеры. Я вам хочу рассказать, как из 10 сделать 100. Значит, второй шаг называется маркетинг. Вы берете и начинаете изучать вот этих 10 клиентов. 10 клиентов. Вы начинаете с того, что вы смотрите, что это за люди, откуда они пришли. Кто из них самые, которые 20% дали больше всего вам денег, да, и перспективы. Закон Парето действует везде, 20 на 80. И таким образом вы рисуете аватар клиента. Аватар клиента, то есть вы понимаете, какой клиент ваш. Какой клиент ваш, какой клиент вам приносит деньги, это клиент класса А, такой А++, такой самый крутой клиент, который вот вы хотите, чтобы у вас было вот таких клиентов много. Теперь, когда вы нарисовали аватар этого клиента, вы знаете, на кого вы охотитесь, грубо говоря, да, то есть продажи это как, ну, охота может быть немного некрасивое слово. Продажи это не охота, продажи это как свидание, знакомство, как любовь такая, да, то есть вы хотите, чтобы клиент влюбился в вас, в ваш продукт, и чтобы клиент, он стал не просто вашим партнером, да, а чтобы он стал вашим представителем, да, чтобы через этого клиента пришли еще клиенты. Поэтому это больше похоже не на охоту, а это похоже на такую любовь, на танец. То есть вы ищете тех клиентов, которые влюбятся в вас и в MediaCoin. MediaCoin – продукт, да, то есть это специфические люди, и нужно понять, что это за люди. Причем я вам скажу так, что так как я был уже 2 раза на лидерском ивенте, то все разные. Вот есть, например, типаж, который вот он четко идет на Дениса, например, да, прям четко идет на Дениса. Есть типаж, который идет на, например, Марина Градская, да, вот есть типаж, который вот он Марину Градскую видит, например, да, и он думает, она, скорее всего, это она больше пойдет на Марину Градскую, это те девушки, которые хотят быть на нее похожи. То есть у каждого из нас есть уникальные специфические качества, которые привлекают к нам людей, и нужно понять себя и понять вот этого вот своего клиента, аватар клиента. Теперь, чем хороша компания MediaCoin и чем хорош бизнес, который multi-level маркетинг, что есть суперпродавцы, да, которые лидеры, суперпродавцы, есть вебинары, которые они проводят. И вам, по большому счету, нужно заинтересовать потенциального партнера и клиента
чтобы он посмотрел на то, что делают лидеры. И лидеры, они тоже заинтересованы, чтобы у вас было больше клиентов. То есть в этом самая выдающаяся черта сетевого маркетинга, что здесь все заинтересованы в успехе друг друга. То есть ваш лидер заинтересован, чтобы вы привели больше потенциальных партнеров. Вы привели больше потенциальных партнеров, он готов им продавать. То есть есть мероприятия, вебинары и так далее. То есть вам, в принципе, ваша задача научиться приглашать людей на вот эти вот вебинары продающие. Значит, второй шаг – это маркетинг. Сейчас мы разберем все 5 шагов, общая схема, а потом будем опять же углубляться в каждый шаг. Еще раз тогда, первый шаг – это цифры и цели. Второй шаг – это маркетинг. Одним словом я напишу – изучить клиента, понять, где он водится, как с ним вступить в близкие отношения. Третий шаг. Третий шаг называется продажа. Сама продажа. Продажа. Значит, здесь я тоже фанат успешного опыта. Если у тебя что-то получилось один раз, второй раз, третий раз, изучи, ты должен точно знать свой алгоритм. Если у тебя не получается ни одного раза, что-то надо менять. Если у тебя что-то получается, это надо масштабировать. Опять же, еще раз, если я правильно понимаю суть бизнеса, вам нужно потенциального партнера познакомить с рекламными материалами компании. Компания вкладывает очень много денег, времени, сил на то, чтобы создавать продающие материалы, объяснять продукт, очень, очень сложный продукт, да, то есть продукт такой инновационный, сложный, и как бы изучить этот продукт самому, и чтобы нигде не попасть в просак, очень сложно. Но быть самому фанатом продукта и говорить, вот есть, например, вот есть там вебинары у нас, вот такие мероприятия, вот сайт, вот то, мне кажется, что эта продажа, она достаточно простая. Нужно просто научиться вовлекать человека, чтобы он захотел посмотреть вот эти продающие материалы. Но есть момент вот этой вот сделки. То есть маркетинг – это вы изучаете, где водится ваш потенциальный партнер. А продажа – это вот научиться вот этому алгоритму закрытия. Да, закрывать партнера, закрывать потенциального клиента, закрывать лида. Вот тут мы ищем лидов, потенциальные клиенты. А вот здесь мы их закрываем и делаем их уже клиентами настоящими. Все, значит, это 3 главных шага. Цифры, которые, дашборд, чтобы вы видели все эти цифры. Маркетинг – это вы изучаете своих потенциальных клиентов. Продажа – это закрытие сделки. Четвертый шаг. Четвертый шаг – это барьеры. Барьеры. Вот здесь вам нужно сесть или со своим лидером, лучше всего со своим лидером, да, тот, кто лидер компании. И вот знаете как, прям конкретно спросить, вот скажи мне, в чем у меня барьеры? В чем у меня барьеры? Он тебя спросит, покажи мне свои цифры, например, да, если у вас есть честные цифры, вы ведете, то вы можете обнаружить, сколько часов в день, чем вы занимаетесь. Это тоже вот сюда относится, к цифрам. Сколько часов вы занимаетесь поиском потенциальных партнеров? Сколько часов вы занимаетесь изучением продукта? То есть цифры не врут. То, что можно измерить, можно улучшить. Это факт. То, что можно измерить, можно улучшить. Поэтому вот тут вы должны найти свои барьеры. Может быть, это лень. Лень – это отсутствие действий. Отсутствие действий. Может быть, какие еще бывают барьеры? Давайте подумаем, кроме лени. Отсутствие знаний. Нет знаний. Но опять же, это тоже та же лень, потому что знания, если бы вы каждый день по нескольку часов. У меня есть один знакомый, он приехал в Израиль, вот сейчас вот эти все события, все, приехал без работы. Но он мой ученик, который умеет побеждать лень. Он прошел мечты и цели. Победитель лени несколько раз прошел, действует в войсе несколько раз прошел. То есть он такой работяга. Он думает, на что есть сейчас спрос. Да? Программисты. Отлично. Он 9 месяцев по 10 часов в день изучал программирование. Все. И сейчас он уже получил работу. Ему нравится сидеть целый день возле компьютера. $5000 ему платят. Первая же зарплата у него $5000.
И он, значит, стал программистом. То есть я ему говорю, на что это похоже? То есть выучить какой-то язык программирования. Он говорит, ты знаешь, как вот английский выучить или немецкий? Я говорю, сколько времени у тебя заняло? Он говорит, 9 месяцев от 10 до 15 часов в день. Я уверен, что если бы вы конкретно вот так вот взялись бы за продукт, за то, чтобы изучить все, что нужно изучить, то у вас были бы не $5000 в месяц, у вас было бы $50000 в месяц, $100000 в месяц, $500000 в месяц можно зарабатывать. То есть заработок в сетевом, в медиаконе, он потенциально неограниченный. У него программист, понятно, вот он может получать 5000, потом он поработает год, будет получать 7000, еще год поработает, будет получать 10000 в месяц, что тоже немало. Но если посмотреть, сколько часов он работает и сколько часов он учился, то, в принципе, если бы вы столько же времени потратили на действия и на изучение продукта MediaCoin, вы бы заработали больше. Значит, четвертое – это барьеры, найти барьеры. Кроме этого, какие бывают барьеры? Кто-то не умеет искать лидов. У него есть барьер в этом. Нет у него лидов. Он сидит дома и ждет, что к нему появится. Где сегодня могут быть лиды? Если мы отдельно займемся маркетингом, то лучшее место для лидогенерации – это, конечно, соцсети. В соцсети нужно понять, как правильно привлекать потенциальных клиентов. У кого-то барьер продажа. Он, например, вы знаете, коучи, которые у меня в ассоциации, которых я обучил, как быть коучами, они просто конкретно не предлагают, не продают свои услуги. То есть они просто конкретно не продают. В конце, то есть им надо научиться, у них барьер, например, продажи, они не умеют продавать. Хорошо, значит, четвертое. И пятое что? И пятый шаг к увеличению клиентов – это работа с экспертом по преодолению барьеров. То есть, например, вы обнаружили, что у вас барьер – это продажи. Значит, вы берете себе коуча по продажам и прокачиваете себе продажи 30 дней или лидера своего. Когда вы нашли свой барьер, вам теперь нужно в этот барьер прям ломануться и его сломать. Если вы нашли, что барьер у вас в лидогенерации, значит, вы туда. Если у вас барьер в лени, значит, вы туда ломите. Если барьер в отсутствии знаний, вы туда. То есть пятый пункт – это работа именно с экспертом по преодолению барьеров. Потому что если вы сами будете это делать, то вы будете вариться в одной и той же каше. То есть вот здесь вы инвестируете. Еще очень важная вещь. Я вот прям категорически, вот последняя у меня была прям идея, такая открытие. Когда я говорил раньше всегда вот, богатей, да, больше зарабатывать. Само слово богатей, оно почему-то типа, что ты должен получать. А я вам скажу, что для того, чтобы получать, вначале обязательно нужно посеять, инвестировать. То есть я тебе скажу так, что инвестировать. Чтобы разбогатеть, нужно инвестировать. Или деньги, или время, или усилия. Но без инвестиций ты не можешь зарабатывать. Такого нет в природе, чтобы ты не посеял и пожинал урожай. Такого просто не бывает ни в чем. Поэтому способ разбогатеть – это инвестировать. Но если у вас есть деньги, вы инвестируете деньги. А если нет денег, тогда вы инвестируете время в свое развитие. Тогда вы учитесь, тогда вы прилагаете огромные-огромные усилия для того, чтобы, вот так мы сделаем сейчас, да? Для того, чтобы у вас выросло, для того, чтобы вырос урожай. Вот 5 шагов по увеличению клиентов. Теперь давайте мы берем сейчас, я эксперт, да? У меня продаж, знаете, сколько в месяц сейчас продаж? Где-то у меня продаж 2000 студентов платных учатся на моих курсах разных. 2000 платных студентов в месяц. И самую большую сделку, ну вот сейчас, правда, не пришли пока документы, но я тогда не буду пока говорить. Но у меня есть сделка огромная сделка, личная продажа. Значит,
Я могу сказать, что я эксперт в продажах. Давайте мы сейчас возьмем кого-то. Мне бы хотелось бы кого-то взять и разобрать его кейс конкретно, чтобы мы увидели его кейс. Кто хочет, поднимите руку. Да. Я вам дам, включите микрофон. Толик, не хочешь? Давайте разберем Анатолия. Он у нас всегда самый активный, он тебе тут писал. Да, вот Максим Раков. Толя, включай звук. Да. Да-да-да, алло. Да, и да, я на связи. Анатолий, привет. Видео. Да. Да. Сейчас, секунду. А как сделать, чтобы мы вдвоем были с Анатолием, чтобы мы вдвоем были на экране? А сейчас он видео включит. Да, и мы вдвоем так, чтобы были на экране, чтобы потом было всем видно и красиво. Сейчас, секунду, с тренировки выхожу просто. Класс. Вот Анатолий молодец. Он выходит с тренировки, значит, он энергию качнул, внешний вид качнул, потому что тоже важно, как выглядит человек, да, потому что люди смотрят. Если ты занимаешься инвестициями, если ты занимаешься деньгами, то ты должен выглядеть соответственно. Я помню, когда-то у меня на тренинге тренеров выступал один парень, который обучал тренеров игре кэшфлоу. Знаете, есть такая игра «Крысиный бега», кэшфлоу. И он, значит, выступал перед тренерами и говорит: я вам сейчас проведу такой мини-тренинг часовый по тому, как зарабатывать больше денег, а потом научу вас, как играть в игру «Крысиные бега». И там он им продавал потом он им продавал в этой, когда он их, они поиграют в «Крысиные бега», дальше он им продавал обучение на ведущих этой игры. Теперь, значит, первый год он выступает, записывается на игру, например, из 100 человек, которые были на тренинге тренеров, записывается 30. И потом из 30 у него покупает 5. Значит, он делает полностью опросный лист. Я делаю там опросный лист. Все. Значит, что не понравилось, что улучшить. То есть он искал барьеры. Искал барьеры. Значит, находит он барьеры, пишут люди. Он говорит про инвестирование, про деньги, но не выглядит как человек, у которого есть деньги. На следующий год он приезжает и на тренинг тренеров, уже одет красиво, у него там, ну, все дорогие брендовые вещи, он красивая презентация, то так, есть он... Давай, да, пока Толя там выходит. Да, я здесь. Пока расскажу эту историю. Сейчас, Анатолий, секунду. Да, расскажу историю. У него конверсия выросла в 2 раза. То есть на следующий год из 100 человек записалось 60. То есть он выглядел как человек, который говорит про деньги соответствующие. Это очень важная вещь. Вот Толик сейчас вышел из спортзала, выглядит как такой прям. Хорошо выглядит, Анатолий? Ну, да, неплохо. Все, молодец. Майки Медиакоин, все, отлично. Да. Хорошо, теперь давайте мы с Анатолием пройдемся по всем 5 шагам. Значит, первый наш шаг какой, кто помнит? Кто помнит первый шаг? Так, ну я думаю, что все помнят, просто никто. Да, да. Первый шаг у нас дашборд. Называется дашборд и цели. Дашборд плюс цели. Давай разберемся. Сколько у тебя сейчас в структуре людей? На данный момент 28 человек. Цель 100 человек до конца Нового года. Отлично. 28 человек и к Новому году 100 человек цель. Какой оборот по вот этой команде 28 человек? Оборот небольшой, порядка 1000-10, наверное. Вот смотрите, я очень советую следить за словами и не использовать относительно себя и своей жизни негативные слова. То есть оборот, зачем говорить, что он небольшой? Кому-то небольшой, а кому-то это на 10 лет жизни хватит. Знаете, это все относительно. То есть если это слово не слишком крутое, тогда его лучше совсем пропустить. То есть чем можно сказать или оборот? То есть лучше вообще без всяких описательных предлагательных. Да, сколько оборот? Давай, сколько оборот? Оборот 10 тысяч долларов. 28 человек принесли 10 тысяч долларов. Отлично. Значит, просто цифры. Дашборд – это цифры, без эмоций. То есть мы знаем, что есть 28 человек, они принесли 10 тысяч долларов. В среднем каждый человек принес тебе тогда по сколько долларов? В среднем. По 100, в среднем. По 400. Или да, по 40. Где-то 40 долларов. 40, наверное. Нет.
28, 30 умножить на по 400 долларов. Да, по 400, все верно. 10 человек по 400 долларов. Значит, у тебя в среднем человек приносит тебе 400 долларов в кассу, правильно? Да. А сколько заработка? Заработка 900 тысяч долларов. Нет, с человека. С человека. В процентах. 7% получается. 7% с человека, то есть это где-то, ну, возьмем 40 долларов с человека, это то, что тебе, это тоже цифры, мы дашборд, чтобы да, все да. понимать. Чем больше цифр, тем больше понимания. То есть тебе приносит каждый новый человек 40 долларов, правильно? В среднем. Да, да. Отлично. Значит, если человек приносит, а вот теперь, если мы разберем по закону Парето, то я думаю, что из этих 28 есть где-то человек 8, которые принесли практически все 10 тысяч. Ну, не сказал бы. В основном это первая линия, постоянно моя работа. А самый большой чек? Какой самый большой чек из этих вот 28 человек? Ну, самый большой чек это, ну, 1000, пускай будет так, да. Сколько есть по 1000? По 1000 два человека. Два по 1000, уже это из 10 тысяч 20%, а из 28 это 10. Хорошо. Значит, вот это зачем нам нужны эти цифры? Нам эти цифры нужны для того, чтобы мы могли посчитать примерно, сколько нам, например, если умножить на 4, допустим, у тебя будет 40 тысяч оборот со 100 человек, правильно? Да, да. Но уже это будет не 7%, я думаю, а сколько? Сколько будет процентов? Немного прерывается связь у меня. Да. Сколько будет понял. Процентов? Скажи, сколько будет процентов, если это будет 100 человек и 40 тысяч? Это будет где-то 8,5-9%. Нет, это будет нет, 10%. Где-то 10-11, Ицхак. 10-11. Да, значит, это будет 10-11%, то есть это у тебя будет... Ты уже можешь... Вот тут мы остановимся. И вот тут очень важный момент. Вот смотрите, да. Как вы можете идти к своим целям, и вот в целом даже Толя, да, вот ты хочешь расти в обороте. Как ты можешь расти, если ты даже не знаешь, грубо говоря, маркетинг? И несмотря на то, что там в компании там много рангов, да, то можно основные ранги там с отметками, да, то, что 25 тысяч – это 10%, к чему надо всем стремиться, чтобы 10% с личной продаж зарабатывать, и ты уже в этом моменте не знаешь, да, то есть это и не конкретно к тебе, это всем, это то, что я говорю. Если вы хотите быть и расти как человек и зарабатывать большие деньги, вам в первую очередь надо быть профессионалом, а чтобы быть профессионалом, надо на 200% владеть информацией. Вот это очень важный момент. Да. Ну вот, видишь, значит, мы построили, получается, мы построили сейчас примерный план. То есть ты знаешь, что ты со 100 человек можешь заработать 4000 долларов. Сколько готов ты потратить из этих 4000 для того, чтобы заработать? Лично ты. Вот тебе может прийти 4. Сколько ты из них ты готов отдать? Ну, сейчас скажу точно. 3000 я готов отдать на то, чтобы заработать больше. Отлично. То есть это очень правильный подход, потому что когда у тебя будет команда 100 человек, то среди них наверняка найдется кто-то, который выстроит дальше команду. То есть это очень... Да. Чем это... Вот смотрите, здесь у тебя в 28, у тебя вероятность, что что-то выстрелит, появится еще один лидер. Она есть, но если у тебя будет 100 человек, она вырастет в 4 раза. Понятно, да? То есть да, поэтому да, да. Вначале мы строим команду, а потом, работая с этой командой, команда уже тогда... ну это вероятность намного больше, что выстрелили, чем когда у тебя маленькая команда. Хорошо, значит, вот у тебя есть цифры. Теперь надо между этими цифрами соединить. Между этими цифрами лежит чисто твоя работа, которую ты должен делать. Значит, сколько часов сейчас в день ты посвящаешь медиакоину? Наверное, час. Час в день. Один час в день. Значит, если ты посвящаешь один час в день,
то если ты умножишь, не будет не один час, а 4 часа, то, в принципе, ты легко сможешь этот результат достигнуть. То есть у тебя есть очень большой запас по тому, сколько времени и сил ты инвестируешь в этот проект. Логично? Ну да, 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 логично. То есть ты начинаешь считать часы. Так, час в день я инвестирую, у меня вот такой результат. Я хочу результат в 4 раза больше, значит, мне нужно инвестировать как минимум времени в 4 раза больше. Иначе, ну почему да. он должен стать в 4 раза больше? Ну то есть должна же быть в жизни логика. То есть хочешь зарабатывать, должен инвестировать. Что ты можешь? Да. Ты можешь инвестировать или деньги в рекламу, или же ты инвестируешь свое время и свои силы. Да. Тут понятно. Хорошо. Значит, вот у тебя дашборд состоит из времени, которое ты инвестируешь каждый день. Теперь время, оно должно делиться на еще какие-то цифры. Значит, первая цифра – это обучение. Обучение. Значит, тебе нужно знать полностью продукт, маркетинговый план. То есть нужно только на это нужно тратить в день сколько времени на обучение? Тоже минимум час. Вот давай, час, то есть ты смотришь, сколько ты за один час в день на обучение. Дальше, теперь, чтобы у тебя появились эти люди, у тебя есть, как они появятся, откуда они появятся. И тут мы давай чуть-чуть перейдем на второй шаг, который называется маркетинг. Маркетинг. Значит, нам нужно понять, откуда взялись эти 28 клиентов. 28 клиентов, откуда они взялись. Угу. Особенно вот эти 2 по 1000, самые крупные. Да, то есть это как надо их изучить и понять, какие твои действия приносят результаты, и начать эти действия делать больше в 4 раза, чем ты делаешь сейчас. Давай посмотрим, откуда у тебя взялись эти 28 клиентов. Все, получается, 2 вот этих клиента, которые по 1000, они появились с нетворкинга, там, с мероприятий по крипте в Беларуси, а остальные 26 человек появились просто с Инстаграма, откуда ни возьмись, перешли. О, можно так сказать. Отлично, вообще шикарно. Значит, самые крупные подготовленные клиенты находятся на нетворкинг мероприятия по крипте. Где ну ты... да, вообще в целом мероприятие, да. Да. И, значит, 26 Инстаграм. То есть уже понятно, твой рычаг понятен. Значит, теперь тебе нужно более детально разложить вот этих вот 2, откуда они взялись. Более детально разложить остальных 26, откуда они взялись. Прямо конкретно потратить на это время и обсудить, например, там с Денисом или кто. Есть кто-то лидер, который, ну, вот, который с тобой вместе работает? Лаур. Да, это лучше с кем-то сделать, чтобы изучить конкретно свой типаж клиента, откуда он взялся, и начать делать в 4 раза больше тех действий, которые принесли этих клиентов. То есть понятно, да, идея? Первая, да, у тебя да, задача, первая задача вот сюда, вставить это, изучить клиентов и понять, значит, первый шаг в плане, понять точно, откуда они берутся, чтобы для себя в свой дашборд внести ежедневные действия, которые уже приводят. Это гарантированно тебе дадут результат. То есть не может быть, чтобы вот эти 2 появились, еще 26 появились, а остальные не появились. Появится, ну, да. Это работает. Это как ты приходишь на рыбалку, и значит, если у тебя уже 2 большие щуки ты поймал, то ты уже знаешь, что тут щука водится, и тебе просто нужно сделать то же самое. Да, дальше. Да, я прекрасно понимаю. Так, это был второй шаг – изучить клиентов. Третий шаг – продажа. Продажа. Вот если мы проанализируем твою конверсию, когда есть люди, которые, с которыми ты проводишь презентации компании или приглашаешь их на вебинары, опять же, мы сейчас изучаем вот эти вот 28 существующих клиентов. Сколько было отказов? Вот, например, ты проводишь презентацию, человек отказывает. Какая конверсия? Конверсия, честно вам скажу, я каждый свой отказ записываю просто как опыт. И по отказам, вот в прошлом месяце было там 30 отказов, но было мало предложений именно бизнеса. Угу. То есть было 30 презентаций, да, а да. Сколько было согласий?
Сколько было согласий? Продаж? Согласий, наверное, 15. Из вот этой конверсии из 30, 15 человек именно подключились к медиакоину. То есть у тебя с каждых двух презентаций один подключается? Ну да, получается так. Ну, я просто себе говорю о том, что вообще все продажи, которые у нас есть в мире, все продажи абсолютно одинаковые. И то есть, если ты уже выполнил это действие, оно тебе дало результат, то, естественно, если ты повторишь это действие несколько раз, то, конечно, ты получишь также результат. Да. Ну, у тебя отличная конверсия. То есть, если у тебя 50% конверсия в продажу, то ты умеешь продавать. Тогда у тебя самая задача теперь найти вот тех людей, которые хотят слушать твои презентации. И если у тебя было 30 презентаций за прошлый месяц, то ты можешь проанализировать каждую из них и понять, значит, 30 презентаций, 15 продаж. То есть 50% ты закрыл. С каждой продажи ты заработал $40. Значит, и у тебя уже команда растет, то есть ты как бы себе создаешь, это капитализация, потому что эти все люди, они дальше могут очень сильно, дальше сами они могут продавать, тебе тоже приносить деньги. Теперь важно, где ты взял эти 30 человек? Где ты их взял, которым ты делал презентацию? Инстаграм. Инстаграм. Значит, Инстаграм. Да. А скажи мне, а на вот этих мероприятиях ты был за прошлом месяце? Ну, прошлый месяц очень такой загружен был по второму своему направлению, там, ну, с Беларусью связан. Вот, и активно мероприятия не посещал. Но сейчас как бы есть свободное время. Есть много мероприятий, и начинаем дальше работать. Да. Хорошо, значит, Инстаграм. Теперь давай мы четвертый шаг – это найти барьеры. То есть барьеры. Мы поняли, что надо делать, мы поняли, что приносит деньги. Теперь в чем твои барьеры? Как, в чем ты видишь барьер, почему ты не… У тебя сегодня всего 28, а не 100, как ты хотел. В чем барьеры? Что тебе мешает перейти туда? Барьер – мало целевых действий, которые направлены именно по медиакоину, можно так сказать. Но этот момент в ближайшее время, в принципе, устранится. Секунду, давай это будет пятый шаг. Давай барьер целевых действий, которые ты делаешь по медиакоину. То есть мы выяснили, что сейчас у тебя 1 час в день, это так оптимистично, а тебе нужно выйти на 4 часа в день. И, значит, целевые действия. Что ты называешь целевыми действиями? Что нужно? Смотрите, что я именно делаю под целевым. В первую очередь, это создаю новый поток клиентов к себе в Инстаграм. То есть, как я это делаю? Я каждое утро там, в течение дня ставлю себе такую небольшую цель. Я делаю там, 50 лайков. 10 комментариев. Из этой конверсии человек 15 стабильно подписываются на твою страницу. Там, ну, 8-10 человек. Дальше что я делаю? Я просто знакомлюсь с этими людьми, общаюсь, рассказываю, ну, вообще о себе, чем я занимаюсь. И, ну, и, конечно, уже делаю непосредственно касание, предлагая данное направление медиакоин. Да. Отлично. Значит, это твои целевые действия, которые работают. И ну да, да. Теперь, но барьером является то, что ты их делал мало. То есть ты их делал не столько, сколько хотел бы, чтобы реализовать свою цель. Тебе нужно делать их больше. Теперь вопрос, значит, пятый пункт. Это нужно с экспертом продумать, как ты преодолеешь вот этот свой барьер. Для тебя является на сегодняшний день главным экспертом это тот лидер, в которой ты команде, правильно? Кто это твой лидер? Лаур. Заур, да? Лаур. А, Лаур. Лаур. Да, да. То есть Лаур, он разбирается в... Сколько у него людей в команде? Наверное, человек 200 точно есть. У Лаура человек 200. Отлично. Да, а да. Кто выше над Лауром? Денис. Денис это... То есть, если Денис, например, а вот если мы попросим Дениса, чтобы он рассказал, чтобы он сейчас рассказал Анатолию, какие Анатолий должен делать целевые действия, чтобы преодолеть свой барьер.
Вот, Денис, что бы ты ему посоветовал, конкретных там 3-4 действия, что он должен делать каждый день, чтобы у него быстрее появилось 100 человек? Первое – это разобраться в материале на 200%, это то, что я говорил. Второе – это создать, расписать весь список контактов, которых ты знаешь, все люди, да, то есть это с тем, с кем ты учился в школе, с кем ты учился в институте, с кем ты знакомился на конференциях, кого ты знаешь там с различных других инвестиционных компаний, и идти по этим людям. То есть я вот вам наведу пример. Есть у нас Василий, суперкрутой лидер, которого ты знаешь, на котором, который построил Латинскую Америку. Так вот, я расскажу, как работает Вася. Он приходит на офис, достает список своих контактов, телефонной книги, Инстаграм, и пишет, и звонит каждому человеку. Он говорит, мне не важно, если я услышу 1000 нет, мне важно, чтобы мне сказали одно да. И это самый главный момент, который не делает никто, не делает, не, я знаю кучу лидеров, которые не делают столько исходящих, да. Я уже говорил, единицы лидеров могут себе позволить не делать исходящий, да, потому что когда у тебя чересчур большой входящий, ты уже делаешь работу с другими людьми. Третье – это снимать каждый день контент в Инстаграм, увеличивать свой Инстаграм – это то, что ты делаешь. И четвертое – это наработка новой аудитории в Инстаграм и личных контактов, а соответственно посещение различных крипто- и бизнес-конференций, где ты берешь контакт, где ты продаешь себя, и таким образом ты растешь. Да? На примере Иордана, который ходит по различным бизнес-конференциям, вписывается туда и выступает, и продает в первую очередь себя как профессионала, и таким образом он закрывает людей в бизнес. Но это основные шаги, которые я бы сказал делать. Вот. Спасибо, Денис. Вот смотри, тебе очень сегодня повезло. С тобой работали двое людей, которые каждый час стоят там десятки тысяч евро, да? То есть мы конкретно в тебя инвестировали время, Анатолий. У тебя есть 4 конкретных вещи, которые надо делать для того, чтобы у тебя команда выросла с 28 человек до 100. Для этого тебе всего лишь нужно инвестировать дополнительно 3 часа времени в день на протяжении 2-3 месяцев. Теперь, да. Что это тебе даст? Это тебе даст 100 человек. Из этих 100 человек, если ты им потом передашь свой успешный опыт, кто-то обязательно принесет там 100 тысяч долларов. И у тебя тогда будет тот Mercedes, который ты себе уже выбрал, и который ты хочешь купить, и который уже тебя ждет. Но ты можешь его приобрести, только инвестировав в данный момент свое время. 3 часа в день делать вот эти 4 шага. Выучить продукт, маркетинг-план, все знать про продукт. Прям конкретно выучить, вот как язык. Сесть, зазубрить, разобраться, посмотреть, записать, еще раз записать, рассказать в Инстаграме. Повторение мать учения. Свой список знакомых. Если у тебя конверсия 50% в продажу, это фантастическая конверсия. То есть если у тебя будет... Даже если у тебя будет 10%, ты обзвонил 200 человек, у тебя 20 человек добавилось в команде. Снимать контент для Инстаграма, то, что ты и так делаешь, и в конференции и так далее, чтобы увеличивать свой же Инстаграм. Все, да. Есть? Нет вопросов, все понятно. Обещаешь? 3, 2, 1, да, погнали. Погнали. Все, Ицхак, давай сделаем еще один разбор. Ты же несколько человек хотел. Все, спасибо большое. Давай Вику разберем. Вика вот просила. Вика, включи микрофон, видео. Да. Вика из Одессы? Да, Вика из Одессы. Вика, включай видео. Вика Фролова. Привет, Виктория. Победа. Да, здравствуй. Это привет победа. Всем. Вика вообще все красивее и красивее становится. С каждым ивентом все красивее и красивее. Благодаря вашему обучению, Ицхак, видите? Хорошо. Давай смотри, давай по тебе идем. Значит, вначале идем, опять же, первый шаг – дашборд. Первый шаг – дашборд. Значит, мы смотрим цифры, которые есть, и цифры, к которым мы хотим прийти, и устанавливаем себе какие-то измеряемые параметры, чтобы было понятно каждый день, куда мы двигаемся. Сейчас, секундочку. Ты пока подумай над цифрами, которые вот нас интересуют. Сколько людей в команде, сколько оборот, сколько из них, сколько приносят и так далее. Все готово уже. А? Готово? Все уже готово. Да. Молодец. Сейчас. И мы потом сейчас пройдемся по всем этим пунктам и уберем. Тоже, да? Это вот посмотрите на человека, который хочет получить какой-то результат. Я знаю, что Вика ходит на каждое обучение, точно так же на различных
каких-то офлайн обучениях. Она первая выходит на сцену. Здесь она уже знала, какой материал надо, уже подготовила четкие цифры. Ну, понятно, что Толя после спортзала идет. Это разный пример, да? Но в любом случае куча людей на Zoom сидит и даже хочет разбор. Первое, что вы не делаете, это даже не просите этого сделать. То есть вы уже не делаете первый шаг навстречу к своей цели. А второе, не подготавливаетесь, да? Понятно, что девочки в этом отношении, они более педантичны. Они всегда там распишут все по полочкам, но как минимум, если вы что-то хотите, то первое, надо попросить, второе, надо начать действовать уже на пути к этой, к своей цели. И третье, вот уже Ицхак сейчас поможет, Вики разберет, и она возьмет для себя какие-то инсайды, и опять же вырастет в результате, вырастет в деньгах, то, что вы все хотите. Итак, Виктория, первая, дашборд. Сколько у тебя людей в команде? 85. О, вот это молодец, дашборд. 85. Отлично. Какая цель? 850. Молодец. До мая. 850 до мая. Отлично. Значит, берем 85, 850 до мая. А у тебя в мае день рождения? В мае 12-го. О, 12-го. Видишь, умничка. А у меня 5-го. Ильцы, работяги. И только X10. Работяги хотят много денег. Хорошо. 85. Какой оборот структуры? Сколько эти 85? 50 тысяч. Почти 50, там без несколько сотен долларов. Так, отлично. 50 тысяч. Молодец. Значит, из них, давай посмотрим, сколько есть самыми крупными чеками? 15, 12,5, по 2, 3,5. По 800, 1000, 1500. Да. Значит, вот эти вот, которые принесли больше всего, значит, их разбираем отдельно. Всех клиентов надо всегда делить на две категории. По закону Парето, те, кто приносят 80% прибыли, и те, кто приносят 20% прибыли. То есть это как бы делится везде. Теперь, значит, с этим понятно. Хотим мы сколько? 850. Правильно? 850 человек. И оборот мы хотим сколько от них? Миллион. Миллион. То есть, чтобы и чеки удвоить. Кстати, интересно, что можно же чеки удвоить и у тех, которые уже есть. Правильно? Все, 1 миллион. Сейчас. 1 миллион долларов. Все, отлично. Теперь давай по маркетингу смотрим, изучаем клиента. Маркетинг. Изучаем клиента. Откуда вот эти клиенты, которые есть сейчас, 85 человек, откуда они взялись? Ну, это мое окружение, Инстаграм, конечно. Ну, давай вот больше, вот здесь больше цифр, да? То есть. Да, сколько... там, где больше цифр, это личное окружение. Инстаграм – это максимальная сумма с Инстаграма 3500. Значит, личные – это большие чеки, да? Большие чеки, и их примерно… Ну, то есть 80% из этой суммы – это личное окружение. Правильно? Да. Теперь и Инстаграм. Инстаграм – это 80% количества людей и 20% денег. Можно так сказать? Ну, плюс-минус. Да, да. Отлично. Теперь смотри, но если мы посмотрим на окружение, на твое окружение, то все ли уже потенциальные партнеры, они инвестировали в Mediacoin? Или там есть запас? Нет. Еще не все. Нет, да? Запасы есть всегда. Запасы есть всегда. Теперь скажи мне, если мы сейчас в дашборд несем еще какие-то цифры, вот сколько времени, например, в день ты проводишь, посвящаешь Mediacoin? Времени. Ну, я, в принципе, занимаюсь двумя сетевыми на протяжении дня. Я не могу так определить. Но где-то от 2 до 5 часов, в зависимости от того, есть встречи, нет встреч. Да. Теперь смотри, сейчас мы давай по всем шагам накидаем, а потом будем... Сейчас, давай. Вот есть маркетинг, есть продажа. Значит, где у тебя больше запас? Какая у тебя конверсия, встреча уже в покупку?
Ну, 30-70. То есть где-то 70 идет процентов от презентации отказы, да? Нет, это не отказы. Если я уже встречаюсь, то это уже 70%, что это в плюс. А, продажа. Наоборот, ты очень круто закрываешь, да? То есть ты круто закрываешь, и у тебя 70% продажи. Отлично. То есть у тебя очень хорошо, ты умеешь закрывать сделку. Да? Значит, это закрытые сделки. Закрытые сделки. То есть у тебя здесь как бы не надо ничего улучшать. То есть ты продавать можешь, тебе нужны лиды. Да? То есть тебе, получается, нужны лиды, потенциальные партнеры. Правильно? Угу. А как можно их взять? Смотри, получается, что ты делаешь эти встречи индивидуальные или ты делаешь их групповые? Индивидуальные. То есть ты работаешь индивидуально. И где ты берешь этих людей для встреч? Вот сколько у тебя в день в среднем в день проходит встреч по медиакоину? Не всегда они есть. Не всегда они есть. Каждый. Да, не каждый день. Тогда давай так, если у тебя они не каждый день, а когда они есть, откуда они берутся, эти потенциальные партнеры? То есть у тебя прекрасно, если же человек попал под твое очарование, ты его закрываешь, он становится партнером. Теперь вопрос, откуда они берутся? Ну, опять-таки, это Инстаграм и личные знакомые, личное окружение. Да. А как это происходит, например, Инстаграм? Как это происходит? Ну, допустим, человек подписан на меня в Инстаграме, он смотрит, что я транслирую, там, рассказывая что-то про медиакоин, практически каждый день там что-то да, мелькает про медиакоин, и тут он говорит, все, я хочу узнать больше, я созрел. И тогда я с ним встречаюсь либо онлайн, либо просто созваниваюсь, либо встречаюсь вживую. А скажи мне, есть у тебя какая-то статистика, например, вот у меня есть статистика, с каких видео, с каких постов люди приходят? То есть, если, например, у тебя есть какой-то пост, который тебе принес больше всего потенциальных клиентов и живых клиентов, можешь ты эту информацию узнать? Это юморные видео. То есть, например, найти эти видео и их поставить можно даже на продвижение. Угу. Сколько тебе дает, то есть одновременно ты увеличишь и свои охваты, и, значит, то есть, например, вот я тебе приведу пример. Ты находишь какое-то видео, с которого у тебя пришло, там потом появился один человек в команду. Сколько у тебя средний чек сейчас? Средний чек 85 на 50, сколько это будет? Если это по 1000 было бы по 85 тысяч, где-то у тебя $600 средний чек. Угу. $600. Значит, если у тебя средний чек $600, и ты уже у тебя какой процент? 10%, вот уже будет 10,5. Да, то есть если ты зарабатываешь $60 с одного человека в среднем, и у тебя конверсия в закрытую сделку 70%, да? Теперь если бы ты знала, что у тебя с какого-то поста приходит 10 потенциальных клиентов, которых ты из них 7 закрываешь, и у тебя приходит тогда с этого поста 7 на 60 $420. То можно было бы в продвижение этого поста потратить там $100. Угу. Можно было бы. То есть, если это хороший пост, оно тебе даст и охваты, и подписчиков новых, и так далее. То есть, можно посмотреть вот эту вот статистику, спрашивать, например, людей, откуда они пришли, изучить. Угу. И вот это очень важная такая штука, найти то, что работает, и это делать в два раза больше. Потому что обычно люди, которые хотят делать много, они могут делать много, но совсем не то. А тебе нужно найти именно то, что да, работает, то, что прям вот взять этих вот лучших клиентов, возьми лучших клиентов, скажи, давайте встретим, там кофе попьем и так далее. Люди, которые вложили сюда деньги, они же уже заинтересованы в успехе в дальнейшем росте. Ну да, да. Вот. И ты с ними спокойно скажи, расскажите, вот как, почему вы приняли решение, как, где вы меня увидели. Опроси 10 человек, которые пришли в команду с Инстаграма. Как, что повлияло и так далее. То есть найти вот эту вот изюминку и в нее вложить в усилия. Найти свой рычаг. Угу. Вот
прям конкретно взять бы, у меня есть, я сейчас делаю вот эти видео-рилсы, да, одно видео 10 миллионов дало просмотров, а другое 40 тысяч. То есть разница. И когда ты находишь, вот я сейчас то, которое дало много, я на его базе буду делать, разворачивать целый тренинг. Почему? Потому что там, где оно пошло, вот там и надо туда подхватывать. Понимаешь? Угу. Да. Теперь давай четвертый шаг, твой барьер. Твой барьер. Где ты видишь твой барьер, который тебе пока мешает прийти к 850? Где твой барьер? Ну вот, посещение различных мероприятий, не касаемо медиакоин, а каких-то вот других. Ну, потому что у нас сейчас они просто не проходят особо. Да. Мероприятия, нетвертинг, нетвертинг по крипте, да? Ну, не обязательно по крипте, вообще в целом какие-то для обмена контактов, для знакомств. А у тебя приходили оттуда клиенты или не приходили? С медиакоин? Да, или откуда? С мероприятий. Ну, я просто пришла в медиакоин, когда мероприятий в Украине уже не было. То есть ты думаешь, это надо протестировать, тест. Знаешь, это может быть. А я сейчас говорю про то, что тебе точно принесло деньги. Да? То есть вот здесь, где твой барьер? То есть если бы здесь удвоить усилия, x2, то результат пошел бы. Вот где здесь твой барьер? Ну, больше встреч делать, я думаю, больше звонков. Хотя я, в принципе, делаю, но можно больше всегда. То есть исходящие звонки, да? Исходящие, да. Исходящие звонки по своему списку. Теперь скажи, пожалуйста, вот сколько ты делаешь сейчас ежедневно исходящих звонков по своему списку? Раньше делала 10, сейчас где-то 3-5 делаю, потому что список заканчивается. 3-5 звонков по своему списку. Да, это могут быть... Могу писать, могу голосовые записывать. Да. Хорошо. Прорабатываю их зрителей, которые смотрят меня, тоже им могу записать голосовое, особенно если они реагируют на мои сторис. Вот вчера, например, у меня девочка, которая отправила мне огонек на сторис мою, там про медиакоин что-то, я просто ей написала, а ты когда уже будешь с нами? И она говорит, о, я уже давно смотрю, я буду заходить. И вечером мы с ней созвонились, и она $100 положила. Пробные. Отлично. Теперь смотри, вот нужно изучить вот все вот это вот то, что работает, и сделать больше. То есть понять, а вот такие сторис приносят, вот такие посты приносят, вот такие рилс приносят. И дальше делать больше то, что приносит. И я тебе говорю, посмотри, то есть может быть что-то даже поставить на продвижение. Это то, что я увидел. Теперь давай спросим настоящего специалиста Дениса, который прямо в... Денис, что ты посоветуешь Виктории, где у нее вот этот вот лично ее потенциал роста? Ну, во-первых, надо понять, что в любом случае иногда есть жизни факторы, на которые мы не можем повлиять, да, то есть на то, как Вика находится в Одессе и в Украине сейчас не проводятся все мероприятия, да, то есть она уже действует при определенном ограничении, но, как говорится, с китайского риск переводится как возможности, и можно их правильно по-другому использовать и идти общаться с различными бизнесменами и предпринимателями и объяснять им, почему им необходимо прийти в крипту и, грубо говоря, спасти свой бизнес, диверсифицироваться. И то, что они раньше этого не сделали, то есть у них уже точка невозврата прошла, им надо делать это здесь и сейчас. То есть таким образом идти и как бы шире общаться с теми людьми, даже с которыми ты не общалась. Это раз. А два, то, что я уговорил уже и Вики, и Лене, их просто так учили, у меня, ну, у каждого свой в любом подход в Инстаграме, но надо быть сытым продавцом, и надо немножко давать людям отдохнуть, то есть они чересчур напористо продают, то есть очень часто упоминают, и ну, в моем, по крайней мере, понимании, в моем опыте это людям бывает надоедает, и на этом, может быть, люди и не закрываются, да, потому что, типа, если у тебя такой хороший продукт, зачем ты постоянно про него говоришь. Поэтому попробовать использовать другую тактику для своей социальной сети и уменьшить продажу агрессивную на полностью не агрессивную. И вот как ты ведешь, ну, Инстаграм, то есть ты круто ведешь, да, но вот просто именно уменьшить продажи и увидишь другой результат. И даже с другой стороны, я уверен, что при уменьшении продажи в Инстаграме у тебя появятся хейтеры, которые скажут, а что ты ничего не выкладываешь про медиакоин, а ты тут такая раз набрала количество хейтеров, которые тебе это сказали, и сказали, а вот у меня такие-то результаты по
пассиву и по активу. Поэтому, кто хочет правильно тратить энергию, не быть хейтером, пожалуйста, залетаем ко мне в команду и будем вместе зарабатывать. Класс. Вот смотри. Вика, значит, молодец. Я тебе помогу тоже. Напиши пост, что как классно мы учимся в Академии лидерства. Я его размещу у себя в своих этих сторис, перепощу. Отметь меня, я перепощу. Хорошо? Скажу, Виктория, проходите к ней. Значит, она молодец. И давайте подведем итог. Значит, мы изучили 5 шагов, и все очень понятно. Вначале вы составляете только честно, ставите себе диагноз, цифры. Все, что можно измерить, можно улучшить. То есть вы начинаете мониторить свой реально, сколько вы вкладываете времени, сил, усилий. Значит, сделали дашборд. Все. Потом второе – маркетинг. Начинаете изучать своих клиентов. Написали тоже на листике, кто сколько денег принес, откуда пришел и так далее. Написали. Продажи. Вычисляйте свою конверсию. Значит, у нас просто было, например, Виктория, у нее выдающаяся конверсия, да? Но, может быть, у кого-то здесь ему нужно научиться закрывать. Может быть, у кого-то здесь может быть прокол. Значит, вы понимаете, что если у вас конверсия 50% в закрытие сделок, это просто фантастика. Вам тогда нужно делать упор на маркетинг, на получение лидов. Если у вас здесь конверсия там 10%, значит, вам нужно что-то здесь поменять в продажах. Дальше вы находите свои барьеры. И после этого обращаетесь обязательно к лидеру, к Денису, но уже с этим листиком, когда вы задаете конкретный абсолютно вопрос, вот есть диагноз, знаете, приходишь к врачу, а врач говорит, а давай свой анализ, давай там снимок и так далее. Ты говоришь, не, у меня нету, я просто хочу быть чуть-чуть здоровее. Он говорит, не катит, дай анализ, нужны замеры. Вот когда у вас появится этот список, вы идете прям конкретно к Денису, к любому лидеру, который с вами. И он вам говорит, делай раз, делай два, делай три, и у тебя будет прорыв. Все, и вы конкретно пишете целевые действия, которые лично вы должны делать. И целевые действия Виктории, они будут отличаться от целевых действий, например, Федора или Максима. Значит, но Денис, например, он может, у нас есть 200 лидеров. Я думаю, что он может каждому помочь, посоветовать, благодаря своему высочайшему опыту и экспертизе, он каждому даст там по 4 целевых действия, но главное, чтобы вы были честны и чтобы вы эти действия делали. И у каждого будет прорыв, удвоение или удесятерение через несколько месяцев. То есть, когда есть хороший продукт, и он реально где-то он взрывается, а где-то не идет, значит, он может идти везде. Продукт хороший. То есть, ну, MediaCoin, Академия лидерства, тут можно набирать большие команды. Хорошо, друзья, все, всем удачи, удачи, успехов. Мы сделаем по этим 5 шагам, сделаем специально рабочую тетрадь, то, что мы сегодня изучили, сделаем для вас такой прям чек-лист. И все это будет в Академии лидерства, в Каджабе, в приложении. И, значит, все, вот такая Исхак, вот у нас. Нет, у тебя время еще одного человека разобрать? Человека нет, смотри, давай можно ответить еще на один вопрос, но я думаю, что мы в следующий раз, следующий вебинар будет через неделю, мы более подробно обсудим эту же схему, и уже будут более конкретные вопросы, мы разберем по дашборду, мы, может быть, даже с тобой подумаем, сделать для каждого такой как бы общий, ну, официальный дашборд, то, что нужно замерять. То, что нужно замерять, чтобы был какой-то бланк или что-то для всех. И мы этот бланк как раз представим людям, чтобы у каждого был бланк. Вот что, сколько встреч, сколько людей, что нужно, как приборная панель каждого человека. Да, отлично. Ну все, тогда благодарю в первую очередь Ицхака за его время, за то, что он дает вам знания и энергию. Во-вторых, благодарю всех тех, кто пришел и досидел до конца. У нас было больше 250 человек, но я так понял, 60 очень умных или у них очень важные дела, и они расти не хотят. А те, кто пришел сначала, те, кто дошел до конца, вот это и отличие людей, которые успешны и неуспешны, которые вовремя приходят и которые идут всегда до конца для того, чтобы получить свою цель. Поэтому то, что я вам говорил в начале, послушали, а теперь начинайте применять, и уже к следующему зуму с Ицхаком у вас будут абсолютно другие результаты, но только при условии, когда вы начнете действовать. Да, у меня есть задание, всем есть задание. Пожалуйста, поставьте в Инстаграме, в сторис, поставьте сторис,
где перечислите 5 шагов по увеличению клиентов и напишите свои выводы о сегодняшнем занятии, что вы для себя поняли, свой инсайт. То есть, опять же, это очень отлично, когда вы пишете, какое у вас классное обучение, люди так посмотрят, скажут, интересно, Академия лидерства, так учится, это серьезное обучение. Смотрите, вот то, что мы сегодня изучаем, это я изучал на бизнес-мастере у Тони Робинса. У него стоит участие в бизнес-мастере, стоит 10 тысяч долларов. И эта схема, ну, у него там есть 7 шагов, но не все подходят для нашего бизнеса. Значит, это очень важное конкретное обучение, которое, если вы его запомните и примените, оно вам даст огромный результат. Все, жду от вас сторис, отметьте меня, Медиакоин, Дениса. Давайте, то есть это будет первым целевым действием. Запись будет. Все, да. Всем хорошего вечера. Ицхак, еще раз благодарю. Удачи. Все красавчики, спасибо. До встречи.